Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Как всегда, приступаем к прохождению ивента. И сегодня у нас будет, кстати, ивент по квестам. Я уже посмотрел, там есть. И попробуем сегодня допройти немножко арену, чтобы получить 20 пиньят. Оу, виноградина, это хорошо, это круто. Ну, где зомби? Угу. Так, пока копим. Подожди секунду, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Пока не атакуем. Хочу, ребят, тут расставить везде шипы. Виноградину. Ну, давай применим. Так. Всех разобрали. А, у нас вон что еще есть. Ну, тогда вообще переживать не стоит. Просто стоим и ждем. Слушай, а для чего здесь, интересно, дают удобряшку? Кто мне скажет? Зачем она здесь вообще нужна? Очень странно, кстати. Ну-ка. Ага. Ага. Вот для чего нам здесь нужен, ребята, шипастые лужайки. Ой, не то. Трындец. Здесь-то как-то я не увидел. Надо вот тут убивать, ребята, потому что... Ну, ты сам понимаешь, курицы — это и есть курицы. Гаргантюаха идет. А по-другому никак, ребят. Так, подожди, 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 подожди. Лишь бы не ошибиться, ребята, здесь. Да сколько этих куриц-то тут в конце-то концов, а? Смотри. Одна за одной идет. Мы можем с тобой вот сюда вот, да? Применить. Так даже будет лучше. И вот здесь. Вот для чего, в принципе, нам и нужны здесь наши удобрения. Ладно, прошли. Блин, ну курица, конечно, да, ребят. С ними нужно быть поаккуратнее. Так, смотрим. Лук 5 штук. Эндуриан. И 1000 монет. Я хочу еще разок сыграть. В принципе, прикольно. Так что давай переиграем. Ну что, приступим. Лужайки будем с тобой выставлять именно туда, где увидим зомби, окутанный курицами, так скажем. Вот туда мы и будем втыкать. Где он? Пока его не вижу, да? Пока нету, не видно его на горизонте. На! Так, удобрение. Так, теперь вижу. Значит, здесь. Ну-ка. Да, я так и понял. Они что тут, по всем фронтам, что ли, бегут? Эй! Зашибись, мне... Да хорош! Трындец. Блин! Да ну хватит уже! Да у меня нету столько шипов, чтобы... Чтобы перекрыть. Мне нужно вот, смотри, сюда воткнуть и сюда воткнуть. Успею. Успел. Теперь смотри, в чем прикол следующим. Так. Ладно, виноград, ты чё? Бомби, бомби, как никогда. И здесь тоже за... Все, нормуль. Да, друзья мои, чуть было не сфылился. Офигеть. Потрепали мне, конечно, нервы эти курицы. Но хорошо, что все-таки у нас все получилось, да.
Две косилки мы с тобой потратили. Ну, ничего страшного. Все, давайте мне награду. Смотрим. Луковицы боулинг. Так, примитивный подсолнух. И 1500 монет. А награда была вот здесь вот. Ну все, теперь пойдем с тобой на следующий ивент. Кстати, надо посмотреть вообще. Пиньяту, во-первых, нужно взять бесплатную, которая дается в магазине. Так, где она? Вот. Что за семена нам выпадут здесь? Так, кокосовая пушка. 5 семян нам дали. И Аки тоже 5 семян. Все. Ага, смотри-ка, что у нас тут. Вот она, эта груша. А чтобы ее открыть, сколько нужно? Понятно. Давай. Возьму по приколу. И вот это тоже возьму. Ну, прикольно выглядело, на самом деле. Кто-то говорил, друзья мои, что мяту можно прокачивать. Я, ребят, не вижу. Нету этого. Раньше, помню, было, что мяту прокачивать за конфеты. А сейчас этого нету. Я не знаю, почему, друзья. Почему-то убрали они это все дело. Так, не надо. Короче, в магазине для нас ничего больше полезного не осталось. Так, заберем здесь, наверное, с тобой награды. Гемы. Окей. Так, ну у нас 1390 монет. Естественно, я ничего здесь не смогу улучшить. Пенни Пурсуит обновилась у нас или нет? Покажите мне, пожалуйста. Так, выходим. Выходим. И смотрим. Но в тот раз мы прошли полностью, да? Есть, ребята. Обновление на Пенни Пурсуит присутствует. Так, арена, это все понятно. И пошли с тобой быстренько сейчас попробуем выполнить квест ивентовый. Уж не знаю, что там будет выдаваться. Вот он, ребята. Импир. Импир. Такой, знаешь, как будто имбирь, так хочется сказать. То есть мы сейчас будем с тобой испытывать вот это самое новое растение, да? Давай, я хочу просто посмотреть, что оно делает. Оно ядовитое, что ли? Повар Лили. Интересно. Бумс. А что оно делает под ультой, а? Вообще, что делает эта груша? Покажите мне, пожалуйста. Ну. И в чем прикол? Не понял. Всех превращает в младенцев? Младенцы-зомби, что ли, так? Даже Гаргантюа? Ну-ка проверим. Даже Гаргантюа, ребята. Вот так вот. Слушай, ну в принципе... Против вот всяких Гаргантюа и прочего-прочего, это даже очень круто. Они становятся просто беспомощные, да? Ну-ка проверим. Вот он съедает. Он съедает, еще при этом дает мне удобряшку. Насколько я понял. Да, получается, он дает еще и удобрение. После того, как его съедают. Но это на самом деле круто. Это круто. Ну-ка. Подожди, еще разок попробуем. Ага. Еще разок. Шикарно. Мне нравится. Мне нравится эта груша. Но она хорошо, короче, против вот этих вот всяких здоровых работает. Гаргантюа
И вот эти вообще крепкие зомби, которые у нас, против них вообще идеально. Видишь, и становятся обычные голодранцы. Обычные зомби, простофильки эти, которые ничего из себя не представляют. Ну да. Но единственное, что они не могут атаковать. Вот атаковать они не могут. И это, можно сказать, большой-большой недостаток. Вот так вот. То есть они превращают зомбарей в младенцев, да? Которые без защиты, без всего, но атаковать они сами по себе не могут. Поэтому, естественно, их нужно будет прикрывать чем-то. Ладно, мы с тобой прошли первый этап. Давай посмотрим, что во втором нас поджидает. Угу. Роботы-зомби. Поехали. Нам дают с тобой обычный горохострел. Будем стрелять по ним. Так, этот слишком крепкий зомби для нас. Надо его из двух пушек бомбить. Может быть, даже из трех. Так, ага, ага, идут. Слушай, мне кажется, вот здесь вот не сработает, ребята, да? Он просто сожрет эту грушу сейчас. Хотя, если вот так вот мы сделаем, да. Так работает очень даже идеально. Очень идеально, смотри, так вот. Оп. И все. Это классно, на самом деле. Хм. А этих мы с тобой разбираем вообще с полтыка. Okay. Да, классно. Тут можно неплохую комбинацию сделать, да? Благодаря этим грушам. Смотри, что творят. Вообще на изи. Ну-ка. Блин, прикольно. Что там икаешь? Икает он мне. Все, мы тебя сейчас разберем и... Goodbye. Откуда газ, ребята, тут берется? Я не могу... А, они когда съедают, да? Ну, проверим. Некоторые почему-то испускают газ, а некоторые нет. С чем это связано? Непонятно. Так, давай сюда. Теперь сюда. Ну, изично. Тут, ребят, по-другому не скажешь. Ну, ты сам видишь. Вообще разбирается с полтыка. Эти зомби мелкие, да? Младенцы-зомби. Они без защиты. И их просто наши горохострелы расстреливают на ура. Мне нравится. Но, опять же, повторю, ребята, что сам по себе он ничего не сделает. Он только их превращает в маленьких, да, беззащитных зомбиков. А нам нужно, чтобы у нас еще и атака шла при этом. Так, здесь у нас, я смотрю, там бомжи-прыгуны будут. Бомжи-прыгуны. Вот так вот мы с тобой выставим рядочек. Можно же два рядочка сделать. Так, а что? Помимо груш-то дадите мне что-нибудь еще или нет? Да ну, хорош. Одними грушами, так я здесь ничего особого не сделаю, эй. Не пойму. Как тут все это должно работать-то? Слушай, они все равно погибают. Так, не могу понять. Надо посмотреть, как именно они погибают. Вот идет мелкий, да? Ест грушу.
И все-таки отравляется, да? На, жуй. Ага. Если он жует, он идет обратно сюда. Слушай, это нам не надо. Нам не нужны такие фокусы. Так, тихо ты. Ну-ка, харе. Я сказал. Опять бомж попрыгун. На, грушу лучше съешь. Ай-яй-яй. Ребята. Зачем сюда грушу я взял? Уйди отсюда. Пришлось, ребят, вот так вот потратить. Как взрыв. Да блин. Приходится вот так вот делать. Обделались там по полной программе, да? Так смотри на них. Тырич. Ну, как-то вот это вот не совсем не нравится, если честно. Бамс. Ну все, 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 зомби, ну хорош. Вы уже, ну, достали, если честно. На. Так, они идут, они, ребят, крадутся. Справимся ли мы, а? Справимся. Ну, все равно я потратил, друзья мои, одно из заклинаний. Ой, заклинаний. Ну да, одно из заклинаний, которое стоило 950 монет. Да. Как-то вот срабатывает вот их это газоиспускание, непонятно. То есть он вначале превращается в маленького, после этого он еще должен съесть грушу, да? Только после этого срабатывает. Как-то так. Ладно, ребята, еще два уровня. Еще два уровня и пойдем погоняем Пенни Пурсуит. Так, здесь у нас зомби с зонтиками. Зомбарихи. Аки тут не помогут. И кукуруза, кстати, тоже. И капусты. Тут нам на помощь должна прийти вот эта ядовитая груша. Я ее что-то пока не вижу. А где же она? Где же та самая груша, которую я жду? И не даже... Вот она. На-ка, ешь, мне не жалко. А, как хорошо. Скушал, и делов-то на копеечку. Есть, мне не жалко, ребят. Вот, еще здесь перекуси. И здесь. Упс. Так, а этот у нас... Куда ты бежишь? Давай, 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 давай. Питайтесь, питайтесь свежими грушами. Наслаждайтесь аппетитом, ароматом. Блин, придется, наверное, вот так делать. И еще разок. И еще. Норм, да? Ой, тихо, 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 тихо. Ты-то как тут оказался? Объясни-ка мне на милость. Пробежал, а? Как он умудрился это сделать? На-ка. Все, прошли мы здесь. В общем, тут специально сделали такую штуку, чтобы они шли. И только с помощью этих груш мы могли их превращать в младенцев. После этого наши катапульты могли их уничтожать.
твою ж налево, а тут курицы. А как против них быть? Хм, неужели опять же груши здесь, а, будут помогать? Посмотрим. Так, ну что, тут первый зомби идет. Ладно, мы сделаем с собой, наверное, вот так вот. Поставим целый ряд из подсолнухов. Ой-ой-ой. Летят птички, да? Летят утки. Окей. К примеру. Так, давай сюда поставим. Что ты там аркаешь? Аркает он мне. Да, ребята, курицы умирают. Когда прикасаются к этой груше, значит, все-таки она ядовитая. Тем лучше для нас. На-ка, ешь. Ешь, говорю, грушу. Так, секунду. Успел. Вот за этим нужно, ребят, всегда смотреть пристально. Эти книголюбы вот так вот могут делать. Об этом не стоит забывать. Тихо. Пускай это съедает. Че, еще не все, что ли? Еще не все. Давай-ка вот сюда, наверное, поставим. Ох, ох, идут, ребят. На-ка. Сейчас будем превращать. Вот и все. Так, подожди, а это был последний, по-моему, да, этап, если я не ошибаюсь. По-моему, последний. Все, и мы здесь с тобой выиграли. Так, забираем наши монетки. И приз. Сколько вы мне дадите? 50 семян на эту... Ага. Так, шипы. Каменные шипы прокачиваются. Так. Чартгуард получает... Так, клевер тоже получает 10 семян. Так, примитивная картофельная мина. Так, персик. И все. Ну, нормально, нормально, ребята. Так, что мы там с тобой получили? Какое растение? А, шипы. Мы можем с тобой прокачать. Нет, не хватит у нас, наверное, голды. К сожалению. Так, здесь забираем гемы. 5 штук, наверное, да? 5. Окей, и идем с тобой на Penny Pursuit. Вот здесь. Так, смотрим, что тут у нас по испытаниям. Блин, хотелось бы, конечно, выиграть. Давай попробуем. А вдруг осилим, да? Надо было на огород вначале глянуть, осилим. Так, что тут? Хм. Антигравитация. Так. Защита. Ну, я не знаю, давай это, наверное, возьмем с тобой. Офисные зомби. Так, возьму вишенку. Этот возьмем. Только беру из-за того, что он, ребята, сразу идет под ультой. Только лишь из-за этого. Так, возьмем липкий рис. Липкий рис, подожди секунду. Ага, тут еще и летающие зомби будут. Вот оно что. Летающие зомби. Клевер взял, это взял
Наверное, придется еще нам с тобой взять либо подсолнух, либо гриб. Наверное, возьму подсолнух, скорее всего. Блин, тут еще эти бочки, шипы, по идее, нужны. Как бы логично было бы, да? Да фиг с ним, тут сейчас будем 3 часа рассусоливать, что нам взять. Берем вот так вот и все. Выставляем подсолнух. Так, а это что у нас? Понятно. Ой-ой-ой-ой-ой, без шипов, блин. Плохо. Без шипов-то. Че я не посмотрел-то, а? Оу, у нас защита сработалась. Отлично. А че, я так понимаю, больше семян? А, вот, все, нормуль. Давай, подсолнухи. Нам нужно уложиться с тобой вот в эту сумму. Секешь, да? Так, ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей! Трындец. Ну, подсолнухи, блин. Я в шоке. Так вот, фейлится тупо, а? Проиграли. Тупо проиграли из-за того, что, ребята, я не взял с собой шипы. Ты прикинь? Ладно. Пожадничал. Блин, ну как я не мог увидеть, что там зомби идут с этими? Давай я начну вот с этой вот, ребят. С первой сложности. Офигеть. Вот же они, вот же, видно их, этих зомби, нет. Решил сыграть по-своему. Где шипы? Так, беру мины. Берем вот это вот. Рисом даже не успел тогда воспользоваться, да, получается. Возьму клевер. Беру шипы. Зачем столько шипов взял, не пойму. Вот так, наверное, сделаем. И последнее, что нам здесь понадобится, это, наверное, боулинг. Все, поехали. Да, лопухнулся я, конечно, по-крупному, друзья. Подсолнух. Долго ты, долго, конечно, тут. Вот они, идут. Подорвем его на мине. Ага. Да, конечно. Разогнался прям. А вот здесь, ну здесь пока щит у нас есть, да? Подсолнухи. Эй! Трындец, блин. В шоке. Че он там танцует, наяривает? Танцор диско. Опять они идут, а? Слушай, тут, наверное, мину надо уже тогда, получается, плодить.
А вот здесь-то куда шипы делись, извини меня. И вот тут. Так, летуны, пошли прочь отсюда. Так, смотри, здесь шипы есть, ладно, еще терпимо. Ну вот это вот, что за бредятина? Так, Рис, давай, выручай. Ну и... А кто, я не пойму... Ребята, а кто их ускоряет всех? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вообще все пошло наперекосяк, ребят. У меня нету денег, сейчас меня просто здесь курицы раздавят, прикинь. Ни подсолнухов, ничего нету. Хотя, подожди. Может быть... А, они восстанавливаются, да? Газонокосилки. Ну вот здесь вот сфейлились. Все, ребята. Это первый этап сложности, я не могу пройти. Вы что, серьезно, что ли? Нет, я его пройду. Или энергию всю потрачу. Что, скорее всего, первое вероятнее всего, ребята. Мины эти дебильные, зачем они мне вообще нужны? От них здесь толку вообще никакого нету. Каменные шипы, все, каменные шипы. Вот так вот я сделаю. Так, где грибы? Возьму магнит сюда. Так, что еще нам нужно? Не буду я никакие мины здесь брать. Вот, возьму электрический горохострел. Да, и шипы. Где шипы? Каменные? Где они? Вот, каменные шипы берем с тобой. Дальше. Клевер. Кто-нибудь еще есть под удобрением у меня? Или нету никого больше? Нету никого. Рис. Рис стоит брать? Нет, не знаю, друзья. Дейзи можно, в принципе, взять. У меня есть чеснок. С супер удобрением. Ну, это фигня, да? Бонгчой? Не знаю. Ну, давай возьмем, наверное, с тобой... Блин, ну не хочу имену брать. Давай гранат. Все, поехали. Что у нас из этого получится, вообще не знаю, ребят. Так, пускай у нас будут здесь с тобой, например, вот так идти, да? Угу. Сюда. Также Дейзи. Так, грибочек. Шипы, ребята. Шипы нужны. Интересно, а магнит сможет у них забрать ноутбуки, нет? Не может, да? Понял. Опа! Ну, это, конечно, уже борзость. Это борзость, ребята. Смотри, что происходит. Бегут, как сумасшедшие. Да, я в шоке. Но я прошел, ребят. Я прошел этот уровень.
такой наплыв этих кур здесь был. И только лишь с помощью электрических горохострелов у меня получилось здесь справиться. А что ты не стреляешь-то? Понятно. Да. Окей, 600 монет. Ребят, ну на вторую сложность, мне кажется, я бы не потянул бы. Не смог бы справиться с ними. Может и смог бы, но я сомневаюсь в этом. Так, забираем с тобой 5 гемов. Давай, давай. Так, что, надо на огород зайти. Посмотреть, мы с тобой потратили очень много растений, да, с ультой. Надо посадить новенькие. Так. Все это забираю с превеликим удовольствием. Здесь высаживаем. Так, польем. Так, Жужу, иди сюда. Зачем я так сделал? Зачем я... Зачем я потратил? Жужу. Почему ты... А, ты елки-палки, вот растерялся, а. Ладно, ну что, теперь пойдем на арену. Посмотрим, что у нас там творится. А что там может твориться? Там будет полный трэш. Так, нам нужно... Да совсем ничего, ребята. Единственное, я тебе могу сказать следующее. Если мы с тобой фейлимся... А, хотя, что, я на самом начале, да, стою? Можно фейлиться хоть сколько. Пока не хочется у меня перчатки. Но пиньяту я сегодня заберу. Чего бы мне это не стоило. Тем более 20 пиньят. Ой-ой-ой. Так, ну что? Блин, не надо мне вот этого всего. Здесь, я не знаю, возьмем, наверное, с тобой. Мину. Электрических. Так, кого бы нам еще сюда взять, а? Наверное, возьмем рис. Вот так сделаем. И, наверное, вот так. Я просто не помню, как мы с тобой в прошлый раз-то дрались, воевали против них. Окей, сделаем таким вот образом. Так, крокус-покус. И вот так. Ну что, поехали? Let's go. Ну что, зомбосс? Сейчас будешь получать, наверное, у нас звездюли. Блин. Йоу-йоу-йоу-йоу, тихо-тихо. Понятно, здесь надо будет клевер брать. Здесь надо будет клевер брать. Мне дади... Вот, дали. Поехали. Слушай, по-моему, я в тот раз не брал этого. Как он зовется-то? Ой. А чё так много-то всего, эй? Я даже просто... Я просто не успеваю, ребята. У меня удобрения просто пропадают. Ёлки-палки, некуда. Некуда плюнуть. Понимаешь? Смотри, что выходит. Офигеть. Вот это расколбас мы тут сделали с тобой. Давай, 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 давай. А здесь-то как промяли. А не проминает все-таки потихонечку, ребят. Угу. Умудряются. Смотри. И летунчики проходят. Тихо, 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 тихо.
Так. Давай все. Все, что у нас есть, будем с тобой использовать. Я только на одних удобрениях сижу. Я ничего не успеваю здесь заюзать. Тут и не нужно, в принципе, ничего юзать. Смотри. Как тебе такой результат? Ребят, 8 лямов. 8,5 лямов, прикинь. По очкам набрали. 8,5 лямов. Это мой рекорд, по-моему, за вообще за всю игру. Сколько я играю? Сейчас 9 лямов будет. Ребята, это абсолютно мой рекорд. 9 лямов. Я не знаю, можно ли было еще сделать. Почти 10. Прикинь. Я просто разорвал нашего оппонента в хлам. Я сам в шоке. Я сам в шоке. Ну ты видел, что там творилось. И вот оказывается, кто там. Там динозавр стоял. Вот он-то и ускорял противников. Вот оно что. Так, сколько нам еще нужно с тобой здесь? Где-то боев 3 или 4, да? Где-то так. Ну что, погнали. Король Артур против меня. Окей. Я думаю, не будем ничего с тобой менять. Оставляем все как есть. В принципе, неплохо заходит. Боулинг, конечно, можно было бы, наверное, сменить. Я имею в виду луковицы. Но пускай будут. Так, релот. Поехали. Let's go. Ну, у нас, видишь, здесь чем везло, ребята? Очень много выпадало удобрений. Просто тонны. Просто тонны удобрений. И как бы из-за этого мы с тобой тут неплохо так бустанули, можно так сказать. Если удобряшки перестанут выпадать, то последует фейл. Да, как ни странно. Окей. Погнали, активируем. Сюда рис влепить. Ё-моё. Так, тихо, у нас тут все минами заросло. Ё-моё, мне даже некуда шагнуть, скажем так. Удобрения мне дадут сегодня, удобрения, эй. То даете удобряшки, то не даете. Где удобрения мои? Вот оно, одно. Одно выдали. Так, рис. Рис, куда рис-то воткнуть? Рис некуда воткнуть просто. Просто рис некуда воткнуть, ребят. У меня даже капусты этой цветной здесь нету. Которая глюкоген врубает свой. Видишь? Вау, 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 вау. Тихо. Бум-бум, все взрывается, мелькает, мельтешит. Ничего не могу разобрать. Что, куда, чего, зачем, когда, почему. Просто, просто вообще расколбас полнейший. Так, а вот сейчас нас могут промять, потому что удобряшек нету. Ты понимаешь, да, удобрения нам не дают. А враг напирает. Смотри, серьезно, не дают удобрений. Вот оно, первое. Первое за 1000 лет. Второе, пошло, 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 пошло. Давай, сюда, мину. Еще одно, есть, активируем. Сразу же активировать надо. Сразу же активируй, сразу же следующее. И вот таким темпом. Еще одна. Сразу же говорю, активировать. Не стоим, не ждем. Просто без перебоя, ребят, бомбить надо. Без перебоя. Только тогда у нас будет успех. Воу-воу-воу.
Так, что у нас там? Мы ведем с тобой. Мы ведем по очкам, все отлично. И выигрываем. Фух. Такой трэш. Ну, отрыв не очень большой. Всего лишь в 3 миллиона. 3 миллиона очков. Так. Может быть, нам еще удастся урвать 4 пиньятушки, которые там рядом стоят. Как ты думаешь, сможем мы их урвать или нет? Мне, конечно, бы хотелось бы. Итого у нас получится 24 пиньяты. Но, как по практике, я уже заметил, чем дальше мы с тобой идем, тем сильнее дается нам противник. Даже вот кажется, сейчас комба такая идет, да, все, колода просто рулит. Но может повезти моему противнику, да? И будет команда рулить у него. А у меня, например, не будут выпадать просто-напросто удобряшки. И все, и поплыли мы с тобой. И поплыли мы с тобой. Зачем я нажал? Надо было релот нажимать. Господи, ребята, вот тебе и первый фейл. Я сам его сделал. Случайно, друзья мои, случайно нажал. Вместо того, чтобы релот влепить, я активировал вот такую вот штуку. Сглупил, одним словом. Да-да-да-да, сглупил. Так, что там? Как бы на ранней стадии очень хорошо, ребят, когда вот мины по всему полю лежат. Они как бы нас защищают. Куда ты поставил-то, господи Рей? Ну зачем ты поставил? Там же не было никакой активации, там не было бонуса. Ну зачем ты туда влепил? Объясни вот мне вот это вот, а? Ой, дубинушка, а? Да. Накосипорил, одним словом. Просто, ребят, накосипорил. И вот теперь выкручивайся вот из этого всего, как хочешь. Попробую, ребят, как-нибудь. Вроде выравниваюсь, вроде бы. Что у нас там получается? Черт знает, что там получается там. Офигенно все получается, ребята. Удобряшки нельзя, чтобы пропадали. Если ты понимаешь, о чем я. Так, тут вот эта вот суматоха. Нифига не вижу, кто, куда, чего, где, когда, почему. Зачем? Давай сюда. Активируем. Ой, трэш какой тут. Как же я обожаю, когда тут такие взрывы, все вот это вот мельтешит. Классно, классно это все смотрится. Эффект. Эффект такой, знаешь. Апокалипсиса, зомби-апокалипсиса. Да. Вот такой это дает эффект. Мы отбиваемся просто из последних сил с собой. Против этих толп зомбарей, против этого нашествия, против этого беспредела, ты понимаешь? Наша цель одна. Выжить. Выжить любой ценой. Поэтому колбасим этих зомбарей бесщадно. Опять у нас с тобой 8 лямов. И это круто. Вы почти свой рекорд повторили. Хотя в самом начале я, ребят, тупанул. Ну, вы видели, да? Я не поставил релот. И... да, 9,5 лямов. Это, я думаю, абсолютно, ребята, рекорд. Что с игрой-то, эй? Круто. И вот они, эти самые 4 пиньяты. Давай посмотрим, что нам из них выпадет. Так, подсолнух наш. Самый первый цветочек. Окей. Так, лили повар. Дальше у нас идет. Так, сельдерей. И арахис. Все, ребят. Так, и нам нужно еще с тобой сделать, по-моему, 2 или 3 боя. Сейчас глянем, сколько у нас с тобой. Еще, наверное, 1 бой, ребят. 6000 голды заработаем. Давай, поехали. Сейчас главное не забыть.
Не забыть нажать на этот. На релод. То есть это повторение расстановки, которое было. Ну-ка. Здесь у нас все вот так должно быть. А здесь вот так. Let's rock. Хочется, конечно, получить 6000 голды. Конечно, хочется. Ага, дотрогал. Так, удобрение. Что, активируем, ребят, наверное, да? Как же меня вот бесит вот этот вот, а? Вот против летающих вот нет у меня ничего. Мы их только назад можем с тобой отправлять. Ага. Так, друзья мои, мой оппонент меня уже почти, ребят, догнал. Я не имею права проиграть здесь. Не имею права, и не хочу, и не буду здесь проигрывать. А что? Я удобрение не воткнул, блин. Думаю, что ж такое там, что не пошло-то. Поэтому и не пошло. Так, активируем. Да, воткнуть так. Опять вот эта вот проблема, ребята, с местом. Вот так и будем с тобой жить. От удобрения к удобрению. Так, сюда. Куда, куда эту луковицу куда воткнуть? Нету места свободного, понимаешь? Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. А где? Где удобряшка-то? Ребята, удобряшка. Вот удобряшка. Вот удобряшка. Не надо. Не надо вот этого вот делать. Ох. Ох, ничего себе. Да, ребят, тут зомбос, конечно, разошелся. Тут, скорее всего, мы сфейлимся. Ну, ты сам видишь, что он тут вытворяет. Что это за дичь такая? Что это за жесть пошла? Объясни-ка мне на милость. У меня нету на это объяснений. Посмотрите, смотрите, что делает. Он и ускоряется, и... И тут зомби пошли. М-м. Не выкрутится. К сожалению, ребята, мне не выкрутится здесь. Ну, я тебе говорил, что рано или поздно пойдет все не по плану. И, как ты понимаешь, это у нас произошло. Все абсолютно пошло не по плану. Абсолютно все. Ну что же, ну не заработал, ребята, я это. Я не знаю, видишь, он пробил меня. Нет, 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 конечно, сбрасывать. У меня и гемов нету. Так что сколько там еще нам надо? По-моему, последняя, ребят, победа должна быть у нас. Тут только лишь интересуют меня пиньеты. И все. Ну, видишь, у нас, когда выдали мне удобряшку, я ее воткнул не туда. Да и пошло как-то все не так, как надо. На самом деле, они поперли там вообще. Люто, люто на меня поперли и смяли все, что у меня здесь было. Все, что у меня здесь... Стояло, некуда было растение воткнуть. Этими минами все заполонило у нас. Ну вот и все. Как-то так, вкратце. О-о-о, начинается, видишь? Выходит этот пугало огородный дракон, начинает орать, и эти ускоряются. Тоже не есть гуд, на самом-то деле. Видишь, опять вон целая орда летающих. Ну вот, 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 вот. И об этом говорю, видишь, удобрения не дают. Где удобрения?
Где мои удобрения, которые мне нужны для того, чтобы бомбить их? Нету. А нет удобрений, значит, и нет победы. Вот и все. Что тут еще придумывать? Нет удобрений, нет победы. Все всем предельно ясно. Окей. Врубаем. Так, надо вот здесь вот по бокам что-то активировать надо. Не знаю пока что. Может, боулинг? Боулинг. Тоже додумался, что-то не то. Не то я сделал, ребят. Надо рис. Рис, наверное, надо втыкать, ребят, нам почаще и побольше. Почему рис? Ну, во-первых, он замедляет врагов, он их останавливает. Это раз. Во-вторых, он взрывается и наносит неплохой урон. Это так вкратце, я надеюсь, тебе понятно, да? Активируем. Ё-моё, ну тебя-то тут только не хватало. Этот еще появился, который своих осьминогов тут бросает, понимаешь? Куда ты прешь-то, эй? Лохматый. И он прошел, продавил. Давай. Что у нас там? Да ну, как это у оппонента может быть всего лишь 155 тысяч? Вы серьезно, что ли? Да ну, какая-то шутка. 180 тысяч? Нет, ну это не серьезно, ребят. 153. Тут даже, если вообще не играть, ты наберешь больше. Тут что-то не то, ребят. Ладно, я надеюсь, этого хватит для того, чтобы мы с тобой заработали 20 пиньет. Ну все, все, игра, ты что-то в последнее время подглючиваешь. Не надо только вот этого делать. Господи, я уже думал, сейчас как скажет, все, поиграли и хорош. Так, ну, получу я или нет? Или еще нужно будет один бой делать? Ты серьезно? Еще, ребята, один бой нужно делать. Но зато таким темпом я дошел до 4-го места. Ну что, повторим, да? Повторение мать учения. Блин, один проигрыш, конечно, как-то меня вот из колеи выбил. Обидно почему-то стало. Потому что не повезло именно с удобрениями. Как-то так все быстро в таком темпе. Так, релот, я чуть было опять не нажал, а? На бой. Ну что, тут у нас минки, да, тут боулинг активируется, если мы с тобой применим удобряшку. А-а-а. Появились, не запылились. Так, рис. Придется активировать, а что делать? Видишь, летит. Довольный, блин. Где мои удобрения? Опять 25, да? Вот опять 25 начинается вот это вот. Галиматья. То есть вот так вот мы... Ага, вот. Выпало. Успеем? Успели. Успели, но не совсем. Вот теперь. Давай сюда поставим. Сюда и вот сюда. Ну ты еще, блин, прям, я не знаю, вовнутрь залети. Чего уж там. Так, хорош ускорять.
Давай сюда вот поставим с тобой. Активируем, активируем, активируем. Не останавливаемся. Вот пока прет, нужно, ребят, просто без остановки бомбить. И все. Иначе вот слабину дашь, и, ребят, все пойдет не так, как надо. Так. Продолжаем бомбить. Удобрения заканчиваются. Продолжаем битву титанов. Удобрянички, вы где? Где удобряшки? Закончились, да, удобряшки? Блин. Вот. Ну. Трэш какой-то, посмотри. Ё-моёшечки, а. Ты посмотри, какая красота. Какая, друзья мои, красота здесь, а. Еще удобрение. Прекрасно. 225 тысяч набрал наш оппонент. Я не знаю, ребят, ну это бред какой-то. У них то густо, то пусто, да? То дают супер амбового, то вообще никакого. Вот, ради чего это все было? Ради вот этих вот 20 пиньят. Ох, ничего себе, ребята. Офигеть. Виолет прокачается у нас. Так. Редиска. Неплохо. Цветная капуста 40. Так, гипногриб получает 20-очку. Дальше у нас идет лили-повар, получает 30 семян. Так, коронит наш, да? Получает. Отлично. И все? Что-то как-то быстро 20 пиньет, по-моему, кончилось. Тебе не показалось так? Ну вот, вот, ребята, что и требовалось доказать. А на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.